Я был буквально несколько дней назад в Азербайджане, и, конечно, город Баку традиционно поражает гостеприимством, темпами своего развития. Вы знаете, что проходил в Азербайджане форум выпускников МГИМО по приглашению и под эгидой президента Алиева. Мы им очень благодарны. Сейчас вот культурные отношения между Россией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне. Мы постоянно общаемся в Министерстве культуры между собой. В Москве активно работает фонд первой леди Азербайджана. Издается журнал «Баку», по-моему, как раз дочь президента является редактором. Я как-то заходил на презентацию этого журнала. Вот поэтому, на мой взгляд, перспектива развития культурных отношений между нашими странами самые положительные.